Друзья, всем привет! Высаживаю сегодня ежевику из закрытой корневой системы. Такие у меня стаканчики, размер у них 9-9-14, высокие, очень хорошие стаканчики. Мне они нравятся, я их, конечно, них отдаю почти 10 рублей, но того стоит. Как делаем высадку? Вот и вытащили из стаканчика. Вот я корень весь оборвал, который был закрученный. Весь корень обрываете, чтобы не было этих завитушек. В принципе, уже можно высаживать. Завитушки оборвали, обрезали там без разницы секатором, чем-то еще. Теперь следующий момент. Мне тут подготовлены уже посадочные ямы. Я вот пролил водой. Сейчас буду высаживать. У меня они были заранее подготовлены, когда я высаживал все кусты ежевики. Это было у меня уже все подготовлено. Поэтому я просто сейчас высаживаю на землю. Так, посадочную яму можно подготовить где-то диаметром с 1,40 м и глубиной сантиметров 40. На дно можно сделать смесь, в зависимости какой у вас грунт, сделать смесь из, ну что есть, перегной, навоз, там что-то еще с черноземом, с песочком можно чуть добавить для рыхлости. В общем, сделать все, чтобы был грунт более воздухопроницаем. Ну вот, ставим сюда, в эту яму. Еще один момент хочу сказать. Ежевика — это не виноград, не надо его сильно заглублять. Заглубили вот буквально, можно вот относительно того, что у меня есть, заглубить, ну, вот, по вот сантиметра 3. Больше не надо. Потому что если сильно заглубить точку роста, будут проблемы с побегами замещения. На мой взгляд, это очень важно. Так что высаживаем. Чуть я подуглубил. Вот так вот нормально будет. И высаживаем саженец. Саженец можно, в принципе, эти саженцы можно высаживать в любое время. Ну, на мой взгляд, если это делать осенью, то идеальное время это, наверное, ну, в зависимости, конечно, от региона, конец августа, чтобы не раньше, ну и не позже, потому что саженец должен нарастить какую-то корневую систему, успеть, чтобы хорошо перезимовать. На мой взгляд, это так. Ну все, всем пока. Подписываемся на канал. Кому нужны саженцы, обращайтесь. Все, всем пока.